британские электронщики The Chemical Brothers сыграли два больших концерта в Москве и Питере. В северной столице было не протолкнуться, на дуэт из Манчестера пришли посмотреть тысячи людей. Вообще Chemical Tom и Chemical Ed славятся своими живыми выступлениями. Плотный бас, да и вообще напористый саунд и красочный видеоряд дают нереальный эффект. В прошлом году химики выпустили новый альбом Further и сняли к 8 трекам 8 slow-motion клипов. Теперь этот аудиовизуальный контент заценили и в России. Только что здесь отыграли Chemical Brothers. Отличный двухчасовой сет. По-моему, все было очень клево. Ждем рецензии от публики. Ехал не зря. Это самый лучший концерт. Откуда ехал? С Волгограда. 35 часов на поезде. Только ради этого. Это безумно крутой концерт. Концерт, слушай, был замечательный, на самом деле. Мы послушали то, что хотелось, только единственное, что не было Galvanize, на самом деле, хотелось бы его услышать. Но клоун был из Galvanize. Клоун был. Клоун был, а песни не было, да, на самом деле. Мы что, пришли, как бы не посмотреть, а послушать все-таки.